Обед у нас. Чем Бог послал? Оливочки с Турции привезли. Лечо. То, что купили в магазинчике. Вот. Кубаночка. Гречка, которую вчера ела с молоком. Котлетки с оленины. Доедаем. Что там было, господи, 4 штуки? Котлеточку съем. Помидорка. У бабулечки покупали на рынке. Вот. Хлебушек бородинский. 2 кусочка. Вот. Будем кушать. Так, а что у нас? Какие у нас новости? В торговый центр не сходи. Закрылись. Локдаун. Межгород не уедь. Нельзя. Мало что локдаун, дорога плохая. Потому что у нас был дождь, потом снег, потом все замерзло, дорогу все замерзло, дорогу закрыли. А то ладно, полбеды. По новостям стоит какое-то предприятие, перевозки пассажиров в межгород. Закрылись. А что закрылись? Потому что у нас нет системы, или там у нас нет оборудования, которое может... Пошел пассажир, вот QR-код. Вот, пожалуйста, у меня есть. А они проверить-то не могут. У них нет такого оборудования. Вообще анекдот. Они такие, ну, чтобы нам не платить штраф, вдруг нас обманули, а потом мы там приедем на конечный пункт, а там проверишь, что там Роспотребнадзор. Угу. Такие, давайте проверим вас, их пассажиров. А он говорит, у нас там оборудование. Нас могут обмануть. Как там в ТикТоке. Секун, там курица там какая-то. Мы не можем проверить. Поэтому они закрылись. То есть абсурд. Абсурд. Терпит ущерб. Вот. Все, читала новости. Таиланд. Туда просто не попадешь. Вот. Карантин. Отменили карантин, не отменили карантин. Двухнедельный был. Смотрели билеты в Турцию на май месяц. На отпуск. Отпуск. Нет билетов. То есть даже нельзя спланировать. Может, как бы... Смотрим блогеров. Собрались не в Доминикана. И тоже проблема у них. Не знаю, купили, не купили, поедут, не поедут. Сегодня посмотрю. В общем, мир сходит с ума. То есть хочу купить что-нибудь из одежды. В торговый центр не попадешь. QR-код. Система нет, проверить не могут. Просто закрываются. Потому что мало ли что проверка какая будет. Кто там пришел? Может быть, кто-нибудь, как раньше, был тайный покупатель. Пришел, ну там QR-код, а там курица дворная какая-нибудь, блин. Он прошел, а там этот, на выходе, этот, как его, ну, проверяющие органы. Давайте-ка проверим. А у него курица дворная. Чтобы этот, не рисковать, просто закрывают организации, и все. Продукционный магазин. Пошел, купила гречки, котлеток. Че купила, ничего не купила, блин, 500 рублей. Хоп. Улетела. Без. Как-то в ТикТоке. Ну что, цены? Цены нормальные. В магазин не ходили и все. Нормальные цены. Так. А я может сальцо еще? О, забыла, послал сказать. Сало. Сейчас зима. Температура низкая. И организм просит сало. Сало просит. Черный хлеб и сало. А что это хотелось капусточки. Квашеные.
на вот на сельдерейку ведь капусты. Прямо закласть ее. Кушай так. Тушить. Короче, жизнь стала веселее, жизнь стала интереснее. Вот ты думаешь, то ли пойти мясо купить, то ли на путевку отложить. А у кого другие приоритеты? Да, может быть, шубу, на шубу копить. А у меня пылесос. В общем, у кого какие интересы? Вот и остается. Радоваться простым вещам. Гречку варил, поел. Уже счастье. Да. Котлетки пожарил. Уже радость. Потому что иначе можно свихнуться. Вот. Сильно не заморачивался. Искать радость. Счастье в где-то мелочах. А помидорка, котлетка, гречка, молоко, кофе, завертончик. Там животное, у кого есть, радоваться. Чтобы не сойти с ума. В общем, как-то от себя отвлекать. Ну, вообще, жизнь прекрасна, удивительна. Всем счастья, позитива. Добра, денег, здоровья. Всем пока, буду докушивать.